Никол Пашинян уточнил число погибших армянских военных в Карабахе. В ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, по данным на 14 апреля, подтверждена гибель 3621 военнослужащего, заявил премьер-министр Армении, выступая в среду в парламенте. В списках без вести пропавших числится 321 человек, сказал он. По словам Пашиняна, тела и останки 201 человека проходят ДНК-экспертизу. Кроме того, есть тела более 100 человек, прошедших идентификацию, но родные по тем или иным причинам отказываются принимать этот факт, сказал Пашинян. Как он отметил, есть семьи, которые не доверяют результатам ДНК-анализа. Они хотят провести анализ за рубежом, но на свои средства. Пашинян предположил, что существенных изменений эти показатели не претерпят, и таким образом общее число погибших с армянской стороны будет в пределах 4000-4050 человек.